Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest, защита башенок. Ну что ж, приступим, пожалуй, наверное, мы закончим тренировку, делаем запросы. Награды получены, хорошо-то как. Так, замечательно, и здесь тоже. Very good. Так, что у нас? А, ребята, конечно же, давайте заберем, наверное, на арене наш сундучок. Так, и посмотрим, что из него выпадет. Ух ты, неплохо, я вам скажу, 16 магов. Так, 12 этих скелетиков и зомби-камикадзе. Так, не надо мне сейчас в данный момент искать никаких противников, пожалуйста, не надо. Иван, кстати, мы с вами поднялись, по-моему, по рангу. И теперь у меня будут враги уже куда сильнее. Так, давайте зайдем в магазин, посмотрим. Так, бесплатно. В первую очередь, естественно, забираем то, что нам дают бесплатно. И здесь смотрим дальше. Чтобы поднять его до 2 звезд, ребята, мне нужно всего 25 карточек вот этого вот охламона. Но поверьте мне, вкладываться по 9 гемов это только за одну, потом будет в 2 раза больше. Нет смысла никакого, абсолютно. Также тигра я не буду покупать. В общем, здесь, пожалуй, мы проходим дальше. Так, давайте глянем, что у меня с армией здесь творится. Ух ты, подожди-ка секунду. Кого мы здесь можем? Оу, да, конечно же. Ну что, ребята, некро, эпическая нежить-воин. Неужели она у меня появилась? Конечно, разблокируем. Я еще могу ее развить? Две звезды, отлично, ребята, это хорошо. Кстати, очень неплохая такая бабуля. Вы помните, что она делает? Она вызывает черепки. Классно. Так, а что у нас еще здесь есть? Ах, вот оно что. Маг у меня получает развитие, 2-ю звезду. Хе-хе, круто, а мне нравится. Моя коллекция все пополняется и пополняется. Так, мне нужно еще... А кто мне еще нужен, а, ребят? По ходу дела, мне нужна жрица. А, у меня даже грифона еще нету. Блин, тоже хотелось бы получить его. Так, а здесь кого у меня нет? Ух ты, у нежити, по-моему, у меня все открыты, да? Или нет? По-моему, да. А здесь? Здесь вроде как тоже все. Так, а здесь у меня, смотрите-ка, этого все еще нету, Ронина. Странно как-то. И, а здесь вот еще, смотрите-ка, еще 2 нету. Блин, блин, блин-блинский, как говорится. Ладно, ребята, все это у нас будет впереди. Так, делаем запрос, конечно же. И, да, о чем это я? У нас же еще подарочки. Конечно же, подарочки друзей. Здравствуйте, я уже получил сундук. А ну-ка, что из него нам выпадет? Ох, вот это круто. 61 карточка богини света. Ну разве это не прелесть, а? Это очень большая прелесть, ребята. Ну что, делаем подарки. 80 тысяч мне нужно набрать до следующего сундучка, чтобы он был открыт. Да, придется немножко попотеть, попыхтеть. Ну, сколько дадут 72 тысячи мне сейчас в данный момент? Далее. Отлично, начисление идет. Еще идет до сих пор. 72 600. Ну, буквально, ребята, недельку и даже дальше там пошло продолжение. Ну что же, а мы идем. Давайте посмотрим, что у нас за ежедневные испытания на этот раз. И я хочу посмотреть, кто здесь у нас будет разыгрываться. Ага, 21 ползунок. То есть, сколько? Да ладно. Ты посмотри, 43 уровня. Улитка 4-звездочная. Слушайте, я не знаю. Ну, давайте посмотрим, кого мне разрешат с собой взять. Офигеть просто, я вам скажу. Просто офигеть. Не, ну, я рискну, конечно. Слушайте, а если я, например, сейчас вот этого вот крестьянина прапаю? Ну, давайте прапаем его. Хоть он мне и не нужен, и, как говорится... Так, где у нас там прапывать-то их можно? Я уже забыл. Так, крестьянин. Во-первых, нужно его просто взять для начала. Да нет, даже не надо брать, надо просто его найти. Блин, где мои колоды-то все? Как их там посмотреть? Так, тренировка, сокровище, армия. Вот, в армию. Крестьянин у нас находится... вот он здесь. Ну давай, ой, не получится, ребята, его прокачать полностью. Сколько он у меня там? 20 уровень всего лишь получил. Даже и не знаю. Знаете, в чем вся большая проблема? Что все вот эти вот, что улитка, что камикадзе, они взрывные. Они взрывают отряды, причем в хлам. Я, конечно, рискну разочек. Посмотрим, что у нас получится из этого. Но почему-то мне кажется, что ничего хорошего, к
кого бы я сейчас не выставлял, они будут их просто в хлам. Даже мой этот рыцарь там будет просто падать. Причем на ура. На одних крестьянинах я далеко не уйду. Ну, посмотрим. Давайте я, предположим, вот отправил. А что у него такая скорость офигенная? Эй. Что скоростью-то? Я не могу понять. А, подожди. Уменьшим, конечно же, скорость-то. Так, ну давайте будем рисковать. Вот она. Слушайте, но улитка не сразу убивает, как... А вот здесь вот, да, вот здесь, конечно, зомби просто жесть что творит. Просто на ура. Он валит всех. Не знаю, как мы тут с вами сразимся, блин. Вот, смотрите, видите, что зомби делает? Как только он появляется, он сносит сразу же. Это мне придется постоянно, ребята. Причем здоровье у базы отнимается вообще по микрону. Оу, нет, нет, нет. Фу. Я элементарно, ребята, по времени, по-моему, не успею уложиться. Хотя, если еще один фаербол успею накопить за 52 секунды, то, возможно, возможно, победа будет за нами. Но почему-то я сомневаюсь в этом очень сильно. Ладно, не будем, как говорится, раньше времени забегать вперед. Всему, как говорится, свое время. Кто меня так оттолкнул там ужасно? Да ты посмотри, что делает этот зомби. Он только появляется и все. Давай, 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 давай. Ну! Да, ребята, у нас это получилось. Несмотря на то, что у него были очень мощные зомби, улитки, я все-таки его победил. Победил буквально одними фаерболами. И получаем с вами мы... Да, 21 улитку. Слушайте, я думаю, что есть смысл еще две попытки свои истратить. Будет все это происходить буквально таким же макаром. На одних фаерболах мы с вами должны вытянуть. Если что-нибудь, конечно, не собьется. Главное, чтобы, ребята, запомните, чтобы фаербол летел именно в башню во вражескую. Не в юнита, а именно в башню. Только так мы сможем побить. Если хотя бы один фаербол у нас полетит в улитку или в зомби, то все. Фейл сразу же, ребят. Три попытки нам дает вот на фаербол. Все, и их нужно, как говорится, истратить по полной программе. Хе-хе-хе. Лопухнулся зомбарь, блин. Ну что ж такое-то, а? Ну что такое? Ну давай, роднуля, давай, давай, бомби. Крестьянин практически вообще ничего, ребят, не отнимает в базы. Лашпен, блин, еще тот. Ну-ка, вот сейчас вот. Есть. Первая попытка у нас прошла на удачно, ребята. Ага, значит вот что. Улитка. Мало того, что она откидывает, она еще немножко как бы вводит в стан нашего воина. Ты посмотри, что тут происходит. Плюс еще, смотрите, какая-то кислота после нее остается. Видимо, она... тоже как-то отнимает здоровье. Ну давай, 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 бомби. Сейчас зомби, да, да, и все мои падают. Отличный ход, отличный трюк. Ничего не могу сказать. Так, мой фаербол готов и... Есть, есть, ребят, вторая попытка прошла успешно у нас. Какой-то рыцарь тормоз. Улитка ему удалось везде, он только после этого там машет своим мечом. Когда же практически... Ах! Ну хватит буянить, дайте мне еще пару ударов нанести по базе. Нет, пару это мало. Еще ударов десяточек, и будет самое то. Так, сейчас вылетит улитка, больше уверен. Бросаю, ребята. Ну! Черт подери, 26 секунд. Да-да, добейте вы там уже. Вы что, издеваетесь что ли, а? Нет, ребят, ну не могу я так сфейлиться. Тупо, нелепо. Ты посмотри, он как будто чувствует. Он как будто чувствует. Он начинает высылать. Есть! Ух, ребята, это было, конечно, напряженно сейчас. Я думал, сейчас сфейлимся. Буквально на последних 10 секундах мы с вами справились. И получаем еще 11 улиток. То есть я сейчас в данный момент еще последнюю попытку мы получим, по-моему, если я не ошибаюсь, всего лишь 6 улиточек. Но, ребят, поверьте, это халявная карта. Я думаю, что есть смысл за это попросить. Да в чем проблема-то, я не могу понять. Все, давай. Уже заговорился, как говорится. Поехали, ребят. 6 карт, и потом уже будем с вами проходить основную сюжетку. Хотя там, я вам скажу, очень жестко, потому что по уровню меня превышает уже на 3-4 уровня враг.
Не знаю, что у нас там получится из этого. Ну, что? Что зависло-то? Давай, загрузка, быстрее проходи. Что проблема-то, не могу понять. Вот так вот. Пока не гаркнешь, как говорится, ничего не тронется с места. Ребят, я еще при всем при этом не использовал свое ускорение. Оно у меня есть, вот оно стоит. Так, погоди, 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 мне нужен этот. Давай, крестьянин, пошел. Сейчас, по-моему, будет зомбарь выходить. Да, ты как раз активируешься на нем. Взорвется он. Вот, отличненько. То, что нужно, ребят. Так, сейчас улитка, по-моему, да, пойдет или нет? Я уже не помню, кто там у них сейчас будет выходить-то. Нет, вышел зомби. Фаербол мой полетел. Он попал прям в яблочко. Так, рыцари, давайте бомбите. Отлично, отлично все происходит. Тьфу ты, хотел ускорение нажать, блин. Вместо фаербола. Мне же нужен фаербол. Так, ну я вам скажу, что здесь уже как-то у нас намного лучше все идет. Рыцари довольно прекрасно бомбят базу. Так и хочется, ребята, заюзать, блин, ускорение. Хоть ты тресни. Так, сейчас зомби этот... И бросай... Фу, хорошо, что не в улитку полетел мой фаербол. Так, и, в принципе, ребята, у нас времени 49 секунд. Я думаю, что на последний фаербол нам хватит. Как раз он полетит в цель. И забомбим мы базенку. Так, я даже думаю, может быть, сейчас, если кто у нас выйдет, улитка... Вот так вот сделать, ускоримся, смотрите. Ах ты, смотрите, что он сделал. Он, гад, как специально знал, блин, что я сейчас буду юзать. Полетела. Да, полетела, как говорится, моя ракета. И прямо в цель попала. Ну что же, все. Мы с вами ежедневное задание прошли полностью. Давайте, 6 же карточек, по-моему, должно быть. Да, да, 6, ребята. Отлично, просто восхитительно. Так, все, собирать отряд нам больше незачем и не для чего. И, по-моему, я могу получить улитку эту или прапать, сейчас глянем. Я могу ее прапать, ребята, до 3 звезд. Вот это круто, вот это хорошо. Кстати, кто-то мне говорил, что ползун тоже довольно неплохая карта. И стоит ее брать к себе в основной состав. Если я не прав, ребят, вы меня поправьте немножко в комментариях. Ну что же. Не, погоди-ка, давайте мы сейчас с вами на арену зайдем. Вот о чем я вам и говорил. Уже, ребята, 40 уровня враги у нас здесь появляются. И нам придется с ними подраться. Ребята, я должен здесь занять первое место в рейтинге. У меня же сейчас какое стоит место? Вообще меня здесь нету по рейтингу. Ладно, сделаем себе первое место. Я не знаю, что у нас там будет разыгрываться. И, пожалуй, мы с вами возьмем... Так, я приценю сейчас. Да, я думаю, что эта бригада у меня должна сразиться с, в принципе, довольно неплохо. Мы должны победить. Победить его обязательно. Так, ну что, у меня тут... Блин, ну карты, конечно, дорогие у меня в руке. Согласитесь, да? 175 это минимум ценник на первого. И то это у нас воблер будет. Но мне надо вот это вот вызывать, да, ребята. Именно его. Оу! Молодец, Малорик. У него еще и спецатака сработала, причем сразу же. А вот это уже плохо, ребята. Вот это уже плохо, тут у нас и самурай вышел. Так, замораживаем. Пускай подумает, маленько постоит пока. Так, вызываем оборотня. И давай-ка вот так вот сделаем. Тынь-динь-динь-динь-динь. Карточки, естественно, забираем. Как оборотень шпарит, а? Просто красава. Он вырвался из ловушки, из этой. И довольно неплохой ущерб нанес базе вражеской. Самурайшка отдыхает. Ну и сейчас... Оу, ты глянь-ка, что он сделал. Ребята, он вызвал своего босса. Так, пора и мне, наверное, вызывать своего босса, да? Как вы думаете? Так, секунды, дорогие. Давай-ка посмотрим. А вот так вот, если мы еще сделаем бам-бам-бам-бам-бам. Куда они летят, я ума не приложу, ребята. Куда-то не в ту сторону, по-моему, полетели. Да ладно тебе! Ой-ой-ой-ой-ой! Да ну нафиг, чё... Ребята, вот это, по-моему, звездуля называется. Как так? Я не понимаю, ребят. Как мы могли так тухло проиграть? Ну, я, кажется, знаю, в чем здесь проблема. Потому что вот этот вот состав, вот этот вот коллектив, он просто никчемный. Вот что нужно нам для... Погоди-ка, я хоть правильно сделал? На арену я иду. Мне надо на арену, елки-палки. А не на сюжетку. Так,
Я не понял. А, меня, видимо... Угу, понятно, я в рейтинге упал. И мне дали поменьше врага, да? 38 уровня. Хорошо. Давай. Давай посмотрим. Блин, ну я никак не думал, что смертушка таких делов наделает. Как бы ничего не предвещало там проигрышу, если честно. Ну, как видите, все-таки раскромсали меня. Но все равно первое место я займу. Я займу его, и потом уже пойдем с вами на сюжетку. Будем ее проходить. Так, здесь я думаю, что никаких проблем у нас не будет. Не ори, не ори, я тебе сказал. Замолкни навсегда. Так, мечник. Все, ребят, здесь уже, грубо говоря, уже победа за нами. Куда ты разогнался, дорогой, а? Куда ты разогнался? Ты смотри-ка, как у нас сработало все. Я сделал спецудар, он сделал спецудар. Он моих ребят заморозил. Да, но это ему не поможет, так как я его тоже замораживаю. Ну и все, в принципе, грубо говоря. Мы уже подошли к его базе. Тут он хоть пускай хоть заорется, хоть что сделать. Ничего ему уже здесь не поможет. Время драгоценное мы заберем себе. И начинаем все, бомбить, бомбить. Он опять делает свою заморозку. Мы это видим прекрасно. Град смертельный. А мы вот так вот сделаем. Как говорится, тоже используем спецудар. Дедушка-скелет упал. Да-да. Заморозка. Ну и все, и начинаем уже, как говорится, разбивать чисто базу. Да, вот она. Вот она победушка, ребята. Так, смотрим, куда меня... Новое место, первое. Все, ребята, первое место я получил. А это знаете, о чем говорит? О том, что здесь уже больше нет смысла драться. С первого места меня никто не скинет, я надеюсь. И что у нас там будет разыгрываться? У нас будет разыгрываться 18 карточек вора. Ассасина. Так, ну и это причем награда высшего уровня. И еще у нас будет сундук. Тоже не стоит об этом забывать. Так что, ребят, все хорошо. Так, насколько я отстаю? Блин, не на так уж много, ребята. 34 тысячи у меня, 33 тысячи у врага. То есть, который стоит на втором месте. Будем надеяться, что он не войдет в игру. А если даже и войдет, все равно он, наверное, не победит. А может быть, победит. Фиг его знает. Я еще потом попозже зайду и гляну это дело. Ну, а мы с вами перебираемся уже на сюжетную линию, ребята. Так, давайте посмотрим, как у меня здесь предыдущие битвы проходили. Как видите, вот здесь вот я проиграл. Кто-то все-таки нанес урон моей базе. Но это поправимо. Здесь мы прошли с вами хорошо. Здесь тоже хорошо, не считая вот последней бойни. И... да, да, здесь было как-то хреновенько. И в данный момент я нахожусь вот здесь. Так, ну что же, вы видите прекрасно, да, 44-45 уровни против меня, это очень и очень сильно, враг очень мощный, причем вот этот вот пришелец летающий, который будет сейчас мне просто выносить весь мозг, он мне достал. Мы делаем как? Мы вызываем с вами для начала, наверное, лучника. Сейчас стопудово полетит пришелец, нет? По идее, должен он лететь и похищать уже нет, смотри-ка! Ладно, вызовем самурая. Я не хочу вызывать жабу, потому что он ее стопудово похитит. Ты посмотри, он совсем по-другому стал играть. Очень, очень это интересно. Вот, вот, вот о чем я вам и говорил, ребята. И похищает он никого. Очень странно. Он не похитил, не получилось у него похитить моих воинов, ребят. Это просто какой-то фарт. Ладно, это нам только на руку, ребята. Естественно, так, сейчас что-то будет. Вот сейчас похитит. Блин, похитил самурая, гад. На заднем ряду причем. Ладно, фигня все это полная. Мои лучники родные, бомбим, бомбим. Заморозочка. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Нечего ему там землю топтать. Нет, только не жаба. Блин, ну жабу стырил, гад. Давай, танкуля, выходи. Твой выход. Надо побольше лучников наделать. Они довольно неплохо издалека наносят урон. А их когда там 5-6 лучников, так они вообще там дают жопу раздиралово просто-напросто. Вот и все. Вот и базу мы, ребят, сейчас забомбим. У нас еще минута в запасе. У него здесь, по-моему, босса нет. Так что победа будет за нами. Как пить дать? Ускорение? Да, все, порвали. Порвали в хлам его. Ну что же, мы с вами переходим на предпоследнее задание. Здесь у нас кто добавляется? Воблер. Вот воблера... Ах, улитка еще. Ах, улитка еще. Блин, улитка 45 уровня.
Разрывная, конечно, мощь. Ладно, будем пытаться. Так, база у него какая-то желтенькая. Прокачанная, что ли, типа, да? Ну-ка. Ага, ага. Посмотрим, как улитка сейчас сработает. Ну что же, пол хп отняла, грубо говоря, да, ребят? Мощная довольно-таки засранка. Так, ну, жаба у него не прокачанная. Жаба не прокачанная. Так вот, воблер меня просто раздражает. Я не могу. Давай, вору ли... Лучника, есть, лучника украла, отлично. Лучше лучника, как говорится, потерять, чем хорошего бойца. Черт подери, что ж тут происходит? Воблер, ты достал. Ты знаешь это, что ты достал уже в корень? Постой там и подумай. Воблер очень, ребята, хорош, знаете, когда он прикрывается. Если он прикрыт каким-нибудь танком. Ты смотри, что делает этот гад, блин. Он моих же ребят против меня же отправил. А, гаденыш ты такие. Давай. Ну, мне нужна, ребята, энергия. Мне нужна энергия, блин. Сейчас будет похищать. Чтоб его разорвало. Он достал уже в корень. У меня только один лучник остался. Нет, так не годится, ребят. Так никуда не годится. Вот, лучницу похитил и доволен, полетел. Что-то здесь у меня как-то не вяжется, ребята. Хана лучнику. Очень даже не вяжется. У меня есть только один вариант, ребята. Попробовать вызвать богиню. Богиню света. Интересно, прокатит? Сможем ли мы с ней далеко уйти? Время покажет. Так что вызываю, ребята. Я ее вызвал, все. Так, прикрываем, естественно, своими воинами. Ты посмотри, что тут произошло. Этот похитил пришелец вонючий. Давай вот так вот сделаем. Черт тебя подери, ты посмотри. Снесли мне, блин, моментально. Да что за фигня тут происходит? Этот задолбал уже вот этот вонючий пришелец, блин. Тырить. Нет, по ходу дела здесь нужно немножко, ребята, другой коллективчик взять. Ну не катит, сами видите, не проканывает почему-то. Этот воблер еще из-под тишка там, блин. Кусок говна, блин, бомбит, блин. Достал уже, если честно. Сейчас танка похитит, да? Твою мать, а. Че выходит здесь? Ой-ой-ой-ой-ой. Да, мы, ребята, во времени не уложились, как вы видите. Черт подери. Давай, опять, да? Ну, ё-моё, только вот из этого говнюка, ребята, мы с вами и проигрываем. Он его периодически вызывает, тот ворует у меня мою армию. Этот воблер вообще сам по себе в ближнем бою, он лашпенк полнейший. Ничего из себя вообще ничего не представляет. Слушайте, я знаю, кажется, как здесь нам надо поступить. Меня осенило просто-напросто. И знаете, что для этого нужно? Нам для этого нужен, ребята, этот пилорама. Вы спросите, почему? А потому что он довольно часто делается, довольно шустрый. И пускай лучше этот пришелец вонючий похищает именно его. Зато мы тут так повеселимся. Там у меня франки в том составе, да? Ну, франки не такой, конечно, быстрый, но пилорама очень довольно шустрая и быстрая. Все, я его все-таки прожал, добил, но, естественно, ребята, без бонусов. Но, извините меня, 45 уровень, что вы хотите? Вот здесь уже будет хреново. Так, ну что, возьмем вот этот вот отряд. Черт подери, я даже не знаю, ребята, я даже не знаю. Вот этот вот говнарь, он очень хитрый, очень злобный. Попробуем. Тем более на 45 уровне. Ох, и так-то тяжело было проходить его. На 40 каком там, на 41 уровне, а тут 45. Да. Причем не забываем, что дедушка мой, скелет, он может только в ближнем бою атаковать. Так, давай. Я же говорил, ребят, что вот так оно сейчас и будет. Ну, давай. Ну, пилорама, ёп, просоте. Идет-то как этот. Я не знал, что Франк, блин, быстрее пилорамой двигается. Давай, выходи. Так, посмотрим. Да, проигрываем здесь мы. А если я вот так вот сделаю, блин? Слушай, по-моему, тут хреновенько дела у нас будут идти. Не подходит эта, ребята, армия сюда вообще никак.
Хотя, может быть, подходит. Хрен его знает. Еще пока не... Воу, 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 воу. Он уже, ребята, вызвал. Так, я тоже тогда вызову. Нафиг. Давай, давай, фаербол. Ты мне очень сейчас нужен в данный момент. Мы будем вот так вот сейчас. Есть. Так, вот это мы все забираем. Сейчас будет отталкивать, ребят. У него такой удар отталкивающий. Что он там, заморозил, что ли, моих? Или что он сделал? Хотя... Есть, есть небольшой шанс, ребята. Есть! Да! Мой дедушка пробил этого говнаря. Ух! Он причем бьет и верхнюю цель, которая летает. А это пришелец у нас там был. Слушайте, 56 секундочек. Возможно, возможно, ребята, мы сейчас с вами забомбашим базу. Сейчас, конечно, всякие улитки, хиритки полетят. Но все-таки есть шанс. Давай, 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 дедуля, прожигай, прожигай. Пробамбюливай там по полной программе. Пилорама, старайся. Да, ребята, по красоте все вышло. Вообще, я очень доволен, как у меня здесь мой дед бессмертный сработал. Так, здесь у нас получилось все чисто. Но вот здесь, конечно, мы проиграли. Но я вам и говорил, ребята, что колодка не совсем подходящая была. Так, 6 пришельцев, 11 жаб и бородавочник, 8 карточек. Ну что же, ах, вот оно что, мы можем с вами двигаться дальше. Мы можем с вами двигаться дальше, но мне хотелось бы, конечно, бы забрать те карты, ребята. Как ни крути, что у нас здесь? Так, здесь у нас... В чем проблема? Где мы здесь могли проиграть? Я ума не приложу. В принципе, все элементарно. Поехали, ребята, это нужно переиграть дело. Я не совсем доволен результатом. Вы, надеюсь, тоже. Так, здесь нам что нужно? Чтобы не нанесли урон моей базе. Хорошо, сейчас мы это с вами по-быренькому сделаем. Провернем, как говорится. И как я здесь мог проиграть, я ума не приложу. Так. Тыч, готовы. Моя пилорама выходит. Вот честно говорю, я не могу понять, как я здесь мог проиграть. Тут просто тут невозможно проиграть. При любом раскладе, если только вообще не воевать. Ну, о, даже карточка, карточка, давай сюда. Я, ребята, как вы и просили, щитоносца своего укрепил, усилил. Все нормуль. Так, здесь мы с вами прошли, здесь у нас все пройдено. Вот здесь вот в чем проблема, так, смотрим. Ну да, здесь у нас такие ребята довольно коварные. С кем бы сразиться? Слушайте, вот эта вот колода хороша, но согласитесь, здесь такие довольно... Тяжелая рука. 42 уровень. Фу-ху-ху-ху-ху. Ладно, попробуем, ребята, ими затащить. Босс мне, конечно, здесь не нравится. Этот ветродуй, который сдувает всех. Так, погнали. Так, тут у нас, не забываем, ронины выходят. Так что будем готовиться к ним. Именно к ронинам. Да, вот он выходит. Так, я вот не знаю, кто сильнее, жаба или ронин. Сейчас посмотрим, ребят. Жаба у меня сильнее. Ну, как сказать сильнее? За счет того, что у него очень медленная и долгая атака, жаба моя проигрывает. Да, проигрывает. Пока задумается, пока замахнется. В общем, проигрываем мы. Именно по скорости атаки. Да какое тут нафиг? Продолжить, конечно же. Начинается вот эта вот фигня. Так, лучники, ребята, нам здесь нужны обязательно. Он сейчас стопудово, говорю вам, будет вызывать босса. Вот я чувствую, что он просто готовится к нему уже. Вот о чем я вам и говорил, ребята. Вызываем тогда тоже. А ну-ка, дай-ка вот это мне должно на руку сыграть. Вот этот ураган. Так, сейчас, ребята, когда они подойдут, я буду тоже вот эту штуку вызывать. Все. Понеслась, как говорится. По кочкам. Давай, 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 бомби, моя богиня света. Что он там, он сдувает, гад. Да ну нафиг, да как так ты, блин. Как он мог? Он что, когда ветром дует, он наносит урон, что ли? Я так понимаю? Ты посмотри, он просто не дает ничего сделать, ребят. Просто не дает подойти моей армии. Офигенушки. Так, пора вот это принимать. Применять, точнее. Есть, да выделался, говнюк. Да выеживался. Да какая пауза, я хотел монетки подобрать. Не успел, по-моему. Не успел, блин, подобрать монетки. Давай, иди сюда.
Так, ну что, у нас 43 секунды. Пу-пу-пу-пу-пу. Очень как-то скверно все идет. Нам нужно еще пробиться к базе, не забываем, ребят. Этот Ронин, как всегда, тут. Я не могу понять, кто там еще ветер выдувает. Я этот-то я понимаю, выпускает там дракончика своего. Так, секунду, секунду. Мне нужно вот это вот использовать, ребят. Давай, давай, проходите, проходите, мои бойцы. 20 секунд у нас на все про все. Да вы будете там в конце концов что-нибудь делать или нет? Нет, не получается. Можно попробовать, ребята, попробовать ту волну, ой, волну, ту армию взять, которую мы проходили до этого. Как вариант, может быть, прокатит. Не уложились мы опять здесь, блин, по времени. По времени мы не уложились, блин, печалька. Я не понял, что, в моей базе кто-то урон нанес? Да нет, вроде бы. Заморозочка. Разрушитель. Это, конечно, хорошо, что мы выполнили разрушитель. Но меня-то не это волнует больше. Да. Тигр, цапля. Все, что нужно, как говорится, у него для того, чтобы давать достойный отпор мне. Ты посмотри, а. Посмотри, что происходит. Цапля, ты достала уже. Дуй отсюда, а. Давай этого, накажи, накажи его. Правильно, вот так вот. Ну все, я думаю, что у него запас кончился по юнитам. Теперь мы будем его сейчас бомбашить. Будем его пробивать. Давай, 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 давай. Жаба, как ты вот медленно все-таки достаешь свой этот молот из земли, когда ты его бьешь. Придумали же мне тоже, а. Ересь всякую. Давай я вот так еще сделаю. Да-да-да, хайкнешь где-нибудь в другом месте. Слушай, я хочу себе этого Ронина, блин. Он и довольно скоростной, и атака у него приличная. Так, ну что же. Мы прошли, ребят, но не по времени. По времени мы до сих пор не уложились. Так, а здесь-то у нас что, тоже по времени не получилось? В чем здесь проблема могла быть? Понял, я, кажется, понимаю, в чем здесь была у нас проблема. И я попробую, наверное, вот этими вот ребятами. Была не была, поехали. Мне нужно уложиться во время, да? Слушайте, я почему не хочу сейчас идти в портал, ребята? Потому что в следующем портале меня будут ждать враги уже 46 уровня. Вы представляете? Мне надо хотя бы вырасти, хотя бы уровень поднять себе. Для того, чтобы уже прыгать дальше. В данный момент я... О, тихо-тихо-тихо. Я не вижу в этом смысла бежать, как говорится, вперед паровоза и подписывать себе там смертный приговор. Ни к чему это сейчас. Я понял, ребят, мне кажется, мы здесь с вами... А, нет, мы по времени не уложились. Я думал, что не уложился я то, что... Этот... Базу... Ну-ка... Опа! Да-да-да-да-да. Все так вот и было предначертано этой базе. Оборотень, ну и что ты? Что ты, родной ты мой? Куда тебе против Палыча-то тут драться? Ёпрасоте. Отстись, родной. Опять же, не могу понять, в чем проблема. Опять же, не могу понять, почему я здесь проиграл. Видимо, у меня было... не было энергии на этих основных колодах, и мне приходилось какое-нибудь фуфлово играть. Видите, без каких-либо проблем. Просто все в чистую, в сухую. Так, ну что, здесь тоже мы по времени с вами не уложились. Здесь пришелец у нас, да, пришелец. Я думаю, что вот эта вот колода, в принципе, должна здесь зарулить. Цапля подбивала бы этих олухов. Ну, конечно, здесь улитка. Ну, давайте попробуем. Была не была. Здесь, во всяком случае, здесь нету босса. И это уже большой плюс. Так, ну, кто? Выходи. Выходи, подлый трус. Я тебя не боюсь. Блин, опять же, карт... Ай-яй-яй, воблер. Ну, успеешь шмулькнуть? Да. Успел шмулькнуть туда. В забытие. Так, вот она вышла, боевая жаба. Мне надо будет, ребята, здесь... Бородавочник вызывать. Ну, давай, с разбега, не? Никакого разбега не будет сегодня, да? Жаль. А вот так вот. Пинь-пинь-пинь-пинь. Отлично получилось. Хе-хе. На того напал, сосунок. Бородавочник, держись. Тормоз, блин, а не бородавочник. Так, копим-копим, ребята, копим энергию. Так, воблер. Так, кого сейчас похитит? Цаплю? Нет. Моего воблера стырили. Вы представляете, а?
Оп, и нет бородавочника. А я дальше вот так вот делаю. Тинь. Всех там разбомбашил почти. Цаплю похитит. Слушайте, она почему-то не может похищать цаплю, эта летающая фигня. Так что цапля у нас, грубо говоря, в куражах. Я, значит, здесь, ребята, не уложился во времени, да? Я понимаю, почему, кажется, уже не уложился. Вы видите, у нас осталась минута. Враг неумолимый. Бомбит. Воблер. Воблер, блин. Так, все, поехал. Поехал, ребята, стрельба. Отлично, отлично. Ну, сердечко, ты будешь браться или нет? Давай, давай, давай. Теперь вот начинаем бомбить базенку. Ну, осталось там чуть-чуть. Давай, ёк-коломена. Герцог, отлично. У-ху. Круто, ребята. Герцог все-таки прожарил. Но у него атака, вы видели, какая была? Ух, мощная атака. Так, получается у нас что? Здесь мы по времени не уложились. А где же еще? В чем еще проблема? Я не могу понять. Так, тут нормуль. Тут по времени мы не уложились. Ах, вот здесь у нас. Ты, здравствуйте, приплыли. Какого перепуга мы вдруг здесь проиграли с вами, а? Кто мне скажет? Ну-ка вперед, мои родные. Будем мстить. Значит, нам здесь нанесли ущерб базе. Мы это прекрасно видим. Поэтому будем сейчас с вами делать так. Вначале пойдет у меня пилорама. Черт подери, он меня обманул, ребята. Он меня здесь обманул. Он обычно вызывает здесь вурдалака в первую очередь. Но почему-то он решил по-другому здесь немножко сыграть. Так, хорошо. Сейчас наверняка вызовет его. Сейчас вот стопудово вызовет его. Не хочет он его вызывать. Ребят, я, наверное, ничего не перепутал. Там вурдалак-то вообще был у него в колоде? По-моему, был. Хорош наморать уже, достали горлопанки. Вот здесь-то он и не пройдет, ребята. Вот здесь он не пройдет, стопудово вам говорю. Вурдалак, а? Готов. Ну, оборотень, вурдалак, какая разница, в принципе. Нежить она и есть, нежить. Так, здесь пробиваем. Давай, 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 давай. Эть, куда ты, родной, побежал? Воу-воу-воу-воу. Хорошо, что у меня успел выйти Франкенштейн в этот момент. А так бы он нанес бы все-таки урон по моей базенке-то. Ну что, хорош там или нехорош, я не могу понять. Чего вы там застопорились-то? Нате вам в помощь фаербол, как говорится, от Рея. Так, есть. Да, ребята, мы прошли здесь с вами. Причем довольно хорошо. И у нас остается только лишь одна непройденная миссия. Так, мы здесь... Ой, 12, короче. Ну, этот робот мне не очень... Ракетный бот. Называть его так. Вот эту вот миссию пройти нам остается, и все будет хорошо. Ну что, будем пробовать переигрывать или нет? Здесь у нас ветродующик, да, значит. Здесь вся проблема в Ронине. Вот этой вот бригадой попробовать. Мы играли в тот раз вот этой колодой, да? Это, наверное, стопудово здесь не затащит. Это как пить дать. Поэтому, как вариант, только вот это вот остается. Ну что, была не была, ребят, я пробую. Все. Это у нас, кстати, последняя попытка. Если не проходим, то нам уже вообще ее никогда не пройти. Готовимся, короче, к атаке Ронина. Так, 175. Естественно, вначале у нас пойдет Франкенштейн. И потом уже будем прикрывать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, что делать, смотри, что делать. Туф. Оу, а Франки-то здесь, ребята, и проигрывают. Опять же, из-за своей только медлительной атаки. Только лишь из-за этого. Слушай, ну он крепок. Он крепок, он стоит моих двух бойцов. Этот Ронин, блин, ты посмотри, а. Ну, этого-то он вообще с удара снесет, естественно, ребят. Крепок. Тут, блин, что не говори, ребят. У меня слишком медлительные ребята. Вот эти по атаке. Туф, чтоб тигр не выделывался, да, ребят. Мы вот так с вами сделаем. Так, и во, мы уже базу колупаем, ребят. Это уже хороший знак. Нам нужно повышаться с вами, повышаться. Так, я буду сейчас, наверное, вызывать, ребята, Палыча. Палыча, Палыча. Босса он вызвал своего. Все, понеслась, блин. Заноза. Сейчас будет, ребят, бомбить. Я не понимаю, как он это успевает все сделать. Вроде бы он и юнитов производит, все. Но и он успевает в то же время как-то накопить себе на босса. Вперед, причем быстрее, чем я. У меня есть такой, короче, вариант, ребят. Сейчас знаете, как замутить? Всех их в кучу собрать, всех абсолютно, и бомбануть туда фаерболом. Вот так вот приблизительно. Ох, хорошо. Еще и заморозить, дай заморозить. Замораживается босс? Босс не замораживается, или замораживается? Замораживается, по-моему. Черт, он все равно будет сдувать. Он все равно сдувает всех. Блин, знаете, что здесь очень хорошо? Дальняя атака, а у меня ее нету. Просто мы не успеваем его пробить. Он достанет уже вот. И тот еще подхалим там. Джо хренов. Да осталось там совсем чуть-чуть. Осталось совсем маленечко, ребят. Ну, кто-нибудь, хоть кто-нибудь там. По-моему, кроме
фаербола здесь ничего нам больше не поможет. Получи, гнида. Фух. Ну а теперь, ребят, пробуем продавить его массой. 33 секунды. Нет, опять же, ничего не получится. Не получится ничего. Знаете, что я еще сейчас подумал? Какой еще можно, в принципе, попробовать способ? Блин, еще сейчас... Ну, урон-то, в принципе, для базы мне уже не страшно. Пускай наносят. У нас это пройдено все. Ну как же так, а? Ну как же так получилось-то, ребят? Я не знаю. По времени мы опять с вами не уложились. Да, не уложились. И это меня очень расстраивает. Эта колода, значит, тоже заведомо проигрышная. Просто из-за того, что у меня не было, ребята, дальней атаки, мы не могли забомбашить именно Босяру. Потому что он воздухом сдувал всех моих на дальнюю дистанцию. И мои просто юниты не доставали по нему. Да. Хорошо. Нет, если бы у меня, предположим, были бы прокачанные такие ребята, как Некромант, мы могли бы... Или вот это. Можем вот этого, в принципе, прокачать и попробовать им сыграть. Еще вот эта цапля поганая, которая тут лезет вечно, которую мы не можем никак достать. Только дедушка мой ее может пробить. Но, опять же, я его в конце, в самом игры только вызвать смог, блин. Ох-хо-хо-хо-хошечки, хо-хо. Так, ну что? У нас еще есть, ребята, энергия. Я не знаю, можно попробовать вот этой вот... Нет, вот этой вот колодой, но сделать небольшие изменения. И я, знаете, что сейчас делаю? Так, где... Например, в бой. Нет, не в бой. Мне нужно выбрать мою колоду и заменить. Заменить здесь кое-каких юнитов. Я, например, бы взял бы сейчас сюда, скорее всего, больше щита. Так, подожди-ка, давайте-ка мы здесь сделаем запрос. Запрос сделали. Так, вот она моя колода. И уберем, пожалуй, наверное, отсюда воблера. Да, воблера мы отсюда уберем, потому что он бесполезен здесь в данный момент. И где мой щит? Щитоносец, я имею в виду, в плане. Где мой щитоносец? Ищем его, ищем. Он же вроде бы нигде у меня не стоит. Да нет, не должен. Он должен быть у меня где-то здесь. Хотя, кстати, вот камикадзе вот это тоже было бы неплохо у меня бы в отряде бы. Чё-то я не пойму, я не вижу, ребята, его. Может быть, его нельзя сюда брать, а? Щита здесь, к сожалению, нету. Здесь есть тигр, здесь есть... Здесь все, что хочешь есть, кроме того, что мне нужно. Слушайте, это у нас попрыгун, да, это типа у нас вурдалака. Также по такой же схеме идет, прыгает там и атакует. И я даже не знаю, ребят. Может быть, вот этого взять? Но он же не прокачанный, блин. Мне нужны такие нормальные. А если взять, например, тоже вот этого себе босса? Я его не могу взять. А вот этого, если, предположим, взять... Так, если мы его возьмем и, предположим, прокачаем. Он у него всего две звезды. Блин, две звезды. Мне не хватит, наверное, его прокачать, да, ребята? По максимуму не хватило. 25 уровень. Блин, как же все-таки дорого здесь все это стоит. Как дорого. Черт подери. Блин. Ай. Я не знаю, ребят. А здесь, если поменять вот в этом отряде, предположим, что у нас получится или нет. Так, армия. Да какая армия, ядрёна вожмин. В бой. В бой. Вот это вот, да, у нас. Блин, вместо вот лучника какого-нибудь дальнего стрелка взять. Кто у нас, например, может на эту роль пойти? Вот, предположим, я уберу лучницу. Кто у меня может пойти? Да никто. Вообще никого нету нормального, которого... Зато щит мне дали здесь. Если... Ну, щита мы можем взять вместо... Слушайте, танк здесь не особо сейчас нужен. Давай вот так вот попробуем затащить, взять. Так, и...
по дальнему бою. У меня есть ниндзя, но она фигня, она не прокачанная, не шишарики. Где... Кстати, можно было бы взять черепаху, тоже не прокачанная, нифига. Куда лучник там уделся? Эй! Эй! Вот он, лучник мой. Ну что, попробуем тогда вот так, наверное, да, зарулить. Этот у меня тоже говнюк не прокачанный. Так, так, так. Кстати, надо будет как-нибудь боссов начать качать. Что это за ересь такая? Никудышная. Ладно, поехали, ребята, попробуем. Я не знаю, как у нас здесь щит. Блин, щит. Уже запинаюсь. Как у нас щит сыграет. Ну, посмотрим, короче. Фух, была не была. Поехали. Так, не забываем, опять же, тут вонючий Ронин будет. Давай я вот так вот щита вызову. Ну да, в принципе, цаплю мы сможем с вами. Цаплю наказать мы сможем. Так, смотрим. Слушайте, ну как вам сказать, щит. Ну, щит как щит. Опять же, падает легко и просто. Быстро довольно-таки. Так, я попробую, ребята, сейчас все-таки вызвать первым босса. Своего, я имею в виду. Так, накопилось? Накопилось, все. И будем сейчас уже с вами использую спецатаку. Поехали. Ну? Блин, он тоже вызвал, ребят. Хоп, всех заморозили. Давай, 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 давай. Блин, богиня свет, ты будешь бомбить или что? Вся надежда, блин, только на нее, в принципе, и находится. Больше никаких шансов здесь нету. Абсолютно. Так, хотя бы так. Во! Вот это вот мне нужно было. Вот это мне нужно было, ребята. Ну вы будете, блин, бомбить или нет? Осталось. Есть! Прожали. Мы прожали, ребята. Есть, мои лучники здесь отличнейшим образом сработали. Так, Ронину не жить, не жить. Я вам говорю, не жить Ронину здесь. Давай, 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 давай. Бомбим базу уже, все. Не расслабляемся. Не рассусоливаемся. Сосредоточились. Щитоносец, молодец, умница, красава. Действуешь как нужно. И... да. Вот, ребятушки. Вот она, истинная стратегия, ебая. Как говорится, не придраться. Все сейчас было сработано. Просто на пятерочку, ребят. Ну что же, мы забираем с вами 12 роботов-сумоистов. Ну, его здесь зовут Толкатель. Ну а теперь уже, да, со спокойной душой летим в следующий портал, потому что больше нам здесь делать нечего. И посмотрим, сколько у нас здесь врагов какого уровня. Ну, начинается с 39-40, у меня еще есть немножечко энергии, ребята. Вот здесь вот, точнее, одна энергия всего лишь. Ну, я даже думаю, что можно и вот этими вот охламонами здесь поиграть. Поехали. Должны, наверное, здесь все-таки вырулить. 39-40 уровень, ну, будет глупо, если мы проиграем. Так. Этого, конечно, охламона-то надо было поменять мне. Ему здесь не место, если честно. Так, выходит у нас Ронин. Эй-э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 й! Твою дивизию, блин. Теперь я понимаю, как я мог проигрывать. Да. Сразу же, просто не успел, ребята, никого вызвать. И отгреб поэтому. Так, давай вот этого бомбанем. Ну-ка посмотрим, что ты делаешь там у нас. Некромантус. Некромантус здесь вообще ничего не решает. Ой, блин. Да. Цапля, да, у нее, конечно, большой плюс, что она и наземные, и воздушные цели поражает. Но между ног у нее, по-моему, проходит. Да кому не лень проходит, ё-моё. Черт. Не фартануло, короче, ребят. Не повезло. Карточку забираем. Все. Да, глупо, глупо, конечно, получилось здесь. То есть этот состав нужно, ребята, полностью, полностью менять. Вообще, в корень. Что такое? Что мы тут с вами получили? Я что-то не понял. Ах, мы можем, понятно. Давайте, конечно же, ребята, его развивать. Толкатель, редкий робот-воин.
Отличненько. Еще, как говорится, одного чувачка мы прокачали. Этот довольный, ждет, что я его апать буду. Хрен я тебя буду апать, я тебя сейчас заменю лучше. Ты мне тут вообще не устраиваешь. Ты еще хуже, чем до этого был кто-то у меня там. Воблер был, да, по-моему? Вот этот хилобот вот тоже неплохо было бы. Довольно такой серьезный чувачок. Так. У меня здесь нет никакого стрелкового. Да куда ты лезешь, стрелкового? Можно было бы, конечно, черепаху взять. Или эту ведьму. Прокачать ее, и она бы своими черепками просто доканывала бы ты там всех. Но мы берем с вами, как обычно, самого прокачанного здесь. А это у меня паладин. Почему-то я его не могу здесь взять, вот в этот состав именно. По какой причине, ума не приложу. Могу взять... Ну, жаба занят, это понятно. А, паладин у нас занят, потому что в другой колоде, да. Блин, ну неужели этого хламона, блин? На. Тигр, он тоже дорогой, 350 стоит. Да не все здесь у нас довольно дорогие ребята. Особо сильно, так скажем, не забалуешь. Кто у меня до этого был в этом составе? Я уже забыл, если честно, ребят. Воблер, что ли? По-моему, воблер, да? Ладно, пускай воблер будет, фиг с ним. Ну, он, правда, никчемный, никудышный. Он только должен, знаете, со спиной, за спиной у кого-то быть. Вурдалака, кстати, вот тоже здесь можно поменять. Он тоже как-то здесь... Потому что этот перепрыгивает, у этого проходят здесь все. И этот очень дорого стоит, его фиг дождешься. Давай, предположим, мы уберем вурдалака и поставим вместо него... Вместо него... Давай, да... Нет, камикадзе дорого стоит. Улитку? Смех на палке. Давай вот так вот сделаем. Я его еще могу прокачать. Прокачать. Прокачал, ё-моё, до 37 уровня. Ну что, ребят, давайте попробуем. У нас еще есть энергия. Эх, фиг с ним. Посмотрим, посмеемся, ё-моё, над этой нелепостью. Поехали. Так, ну, кто там, что там? Пока тишина, да? Ладно, ждем тоже. Бородавочника я, ребята, уже подготавливаю. Подготавливаю. Как же ты дорого стоишь, а, бородавочник. Так, ну, блин, цапля. Против цапли нужен воблер, ребят. Сейчас воблер, наверное, отгребет сразу же. Да, я вам... Я лучше промолчу, я даже ничего говорить не буду, ребят. Просто тут говорить даже нечего. Воблер, родной, куда ты пошел против тараконового солдата, ё-моё? Отстись, роднуля. Сейчас, сейчас взгребет. Сейчас по полной... Ну, взрывайся. Ну, самурай... Ой, самурайшка. Камикадзушка хоть что-то из себя представлять стал. Бомбит. А если его еще прокачать, ребята? Ух, если его еще прокачать. Вот это будет красота. А ну давай вот так сделаем. Зачем? Зачем я сделал, когда Терракоша стоял на месте, ничего не делал, блин. Зомби! Пух! Он когда взрывается, по-моему, тоже наносит урон базе, да, все-таки? Ну ты смотри, я даже просто не ожидал, ребят, что вот так вот, такой вот исход в данный момент получится. Я, конечно, не могу сказать, что это вся заслуга зомби-подрывника этого, но все-таки. Че, рискнем своим здоровьем? Поехали. Попробуем здесь заточить. Если нет, то нет. Так, квест завершен. Тактик. Ну, кто там у тебя сейчас будет на подходе? На подходе у него будет... Давай вот так вот сделаем. Зря я так сделал, ребята. Я только сейчас понял, что я это сделал зря. Блин. Давай, воблер, ну. Жук. Ну, еще разок, пульни. Пуляла хреново, блин. Да. В общем, вы все прекрасно поняли. Надеюсь. Хить, кто там хить какие-то? А, Джо этот. Хренов. Ну что ты идешь, как наложил-то в штаны, ё-моё. Давай бомби уж по полной программе там. Да. Да, конечно, пипец. Ну, смех, блин, на палке, а. Ну, просто смех, ребят. Нет. Ни шиша тут не выйдет. Ничего не получается. Не подходит. Не подходит мне эта вся бригада. Не нравится она мне.
Это слишком дорого стоит, 275, пока на него накопишь, блин. Второе пришествие давно-давно наступит. Так, этот рухнул, давай ускоримся маленько. Динь-динь-динь-динь. Так, заберем карточку, хотя бы на халявку, блин. Нет, я еще раз говорю, воблер, когда прикрыт каким-либо крепким танком, он, да, он что-то из себя представляет. Ну, извините меня, с глазу на глаз, с любым врагом, он ватная тряпка просто-напросто, вот и все. Другого у меня нету для него обозначения, блин. Ну, давайте хотя бы бомбанем базу, что ли, ё-моё, я не знаю. Раз уж пришли, как говорится, к ней, давайте бомбите. Есть. Недоволен, ребята, я очень сильно недоволен. Мне кажется, нужно прокачивать все-таки уже каких-то других новых персонажей. Так мы с вами далеко не уйдем на этих бригадушках. Так что, дорогие мои, будем завершать на этом наш выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Так что, всем пока и до скорого.